Уже более 150 лет лицей имени Лобачевского – храм образования. В здании лицея в 41 году располагалась 9-я Казанская спецшкола ВВС. Из этой школы вышли одни из самых именитых героев Советского Союза, в том числе и Масолов Георгий Константинович. Сегодня очень для нашего лицейского сообщества важное и торжественное мероприятие. Сегодня у нас в гостях выпускник 9-й спецшколы ВВС, герой Советского Союза Масолов Георгий Константинович. В нашем здании располагалась 9-я спецшкола ВВС. Готовили будущих летчиков, мальчики собирались поступать в военное училище. Пожалуй, многие видели Георгия Масолова на фото в гермошлеме, которое в свое время печаталось во многих иностранных журналах и газетах. Оно стало своеобразной визитной карточкой реактивной авиации Советского Союза. Он первым поднял в небо 20 новых самолетов. Однажды машина перестала повиноваться, начала падать, и Масолов получил множество ранений. Прежде всего, надо думать о людях, которые... Повторяю, десятки тысяч людей, которые все это создали и тебе отдали. Значит, отдали одному тебе, и ты волен распорядиться этим трудом, как ты. Но ты можешь распорядиться правильно только в том случае, если ты подготовлен ко всему. Стоит отметить, что лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета старается ежегодно проводить подобные встречи с младшим поколением. Ведь героев нашей страны нужно знать в лицо. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.